Ну что, вроде бы пишут, что я в эфире. Всем привет, мои дорогие, с вами Ольга Патракова, и у нас сейчас в эфире розыгрыш. Розыгрыш, который я объявила 23 июля, в свой день рождения, ровно неделю назад, для того, чтобы выиграть целых 5 мест бесплатных в «Золотой леденец». Что такое «Золотой леденец»? Я думаю, уже не надо рассказывать. Вас еще не задолбали рассылки? Остался один день, дорогие друзья. Один день всего лишь единственный. Да. Да, потому что в «Золотой леденец» можно попасть всего 4 раза в год. Всего 4 раза в год. И поэтому сейчас вся неделя была посвящена «Золотому леденцу», входу в «Золотой леденец». Зачем заходить в «Золотой леденец»? Что в этом «Золотом леденце»? Чем отличается закрытый клуб просто от курсов? Чем отличается закрытый клуб от... Вообще клуб, клубная система, от каких-то мастер-классов? Что там вообще? Потому что это что-то другое, новенькое, необычненькое. Да, почему там нет рецептов? Почему мы не обсуждаем? Ну, мы обсуждаем, конечно, да. Почему, да, мы не обсуждаем какие-то особенности приготовления, да все потому, что этот золотой клуб, золотой наш леденец, нацелен на то, чтобы у вас увеличивались продажи. Для тех, кто хочет, чтобы у него увеличивались продажи. Многие, конечно же, в торты приходят не для того, чтобы зарабатывать. Многие приходят в торты для того, чтобы душа была спокойна, чем-то заниматься, и ладно, чуть-чуть, немножечко. Но я точно знаю, что среди вас есть те, кто хочет на этом зарабатывать, кто хочет, и у кого просто не получается, кто не знает какие-то методики, какие-то механики, кто просто не понимает, где там деньги, как деньги-то делать, вот как они делаются, из чего. И я хочу дать вам шанс, да, 5 человекам сегодня, да, залезть туда вовнутрь, да, и посмотреть, и сделать все самостоятельно, чтобы у вас все получилось. Да, конечно же, всего 5 счастливчиков, у нас целых 120 комментариев, это бешеное количество. Сколько из них выполнили условия, я еще не знаю, я еще не смотрела. Вот, и мы будем проверять. Итак, пока мы собираемся с вами, расскажу, что входит в «Золотой леденец», чтобы вам было немножко понятнее, надо вам туда или не надо, может быть, вам туда. Может, у вас и так будет все хорошо. Итак, смотрим. «Золотой леденец», так как с этой стороны, наверное, да? У нас более 100 уроков по продвижению. Как записывать рилсы, как там, не знаю, вести соцсети, как оформлять это, как переписываться с заказчиками, как фотографировать и так далее. Почем их считаем? Давайте по 100 рублей посчитаем. Сколько у нас будет? 100 на 100? 10 тысяч получается. Курс ВК 5500 стоимость у него. Курс в ЕГЭ по 4900, по Инстаграму стоимость. Авито недорого, посчитаем, по 2000. Да, курс Таргет ВК у нас там также есть 3900. Яндекс реклама, уроки по настройке Яндекс рекламы для чайников. Я сама записывала, очень легко, для того, чтобы вы самостоятельно могли настроить рекламу. Это сейчас очень просто, хоть кто справляется. Да? Предположим, Яндекс реклама у нас с вами, это что входит у нас? Что у нас вообще есть в нашем золотом леденце? 100 уроков по всем видам продвижения. Отдельно туда входит полностью курс по продвижению в ВК. Туда входит курс по продвижению, настройки в рекламе, рекламы в Инстаграм. Полностью, как что оформить, с примерами, с текстами, четко для тортов. Не какая-то вода, не какие-то люди рассказывают, знаешь, СММщики бывают, или там компьютерщики, они на своем каком-то языке рассказывают, вроде все понятно, но ничего сделать невозможно. Это почти все уроки записаны мной или моими сотрудниками, они адаптированы под торты. То есть это специально, как принять участие в розыгрыше, Леночка, уже все, уже не принять участие в розыгрыше. Условия были у меня на странице, для этого нужно было сделать репост, для этого нужно было сделать лайк, поставить там, написать комментарий, отметить друзей, там много всяких условий, конечно же. Вот, да, для того, чтобы это, ну как бы, ты понимаешь, да, как... Конкурсная механика тоже у нас входит в леденец. Как правильно делать конкурсную механику, чтобы к вам добавлялись именно те люди, которые все-таки с большей вероятностью, ну, в вашем случае купят торт. Так, хорошо, Яндекс.Реклама, уроки у меня записаны, тоже недорого посчитаем, по 2000. Психолог, у нас же консультации психолога входят в золотой леденец. Добрый вечер, все мои друзья. Сколько раз будем ходить к психологу? Сколько раз? Сколько раз мы пойдем к психологу? Ну, надо бы каждую неделю ходить к психологу. Мы два раза в месяц будем ходить к психологу. По трехе, да? Недорого. 6 тысяч получается. Вопрос, а можно не ходить? Можно не ходить. Можно не ходить, но у тебя тогда бизнес не будет двигаться. Это то, что нужно делать, по правде, для того, чтобы ваш бизнес продвигался. Это реально те вещи, которые нужно вам делать, да? То есть вам нужно продвигать свои соцсети, вам нужно научиться писать тексты, уроки по текстам не написала, кстати. Вот, да? Вам нужно, соответственно...
уметь там настраивать рекламу, разбираться в этом, да, правильно фотографировать, правильно писать, правильно проводить розыгрыши, общаться с заказчиками, чтобы они не сливались в конце концов, да. Так, дальше юрист. К юристу редко будем ходить, редко, раз в месяц максимум. Тоже у нас недорогой юрист, 3000, разбор от Патраковой, вообще от 5 до 10 тысяч у меня. От 50 так звучит, от 5 до 10, ну 5 тысяч, посчитаем дешевый разбор. Вот, вообще сюда бы хорошо еще ассистент. Ассистент, который тебе еще бы вот как раз бы писал тебе тексты на каждый день, придумывал какие бы тебе сторисы, хотя бы примерно темы какие-то. Ассистент недорогой, давайте ассистент тоже там 1005 у нас будет стоить с вами, да, в месяц. Ну вот, 1005 в месяц. Вот, ну, примерно, наверное, все. Видно вам список? Не видно? Ну, сейчас считаем, сколько в месяц денег хорошо бы тратить. Да, сколько? Сколько вообще, да, для того, чтобы наш бизнес продвигался. Сейчас посчитаем. Итак, 100 уроков 10 тысяч, плюс курс ВК 5500, Инстаграм 4900, Авито 2, я сейчас кассиршу напоминаю, такой 2000, 2000, 2000, таргет ВК 3900, 3900, пожалуйста, пробивайте. Яндекс 2, психолог у нас недорогой за 6 тысяч в месяц, юрист за 3 тысячи в месяц, разбор, индивидуальный разбор аккаунта с личными рекомендациями, тоже недорогой. Пусть будет пятерочка, ассистента мы берем еще пятерочку, итого получилось 47 300. 47 300 вам надо потратить каждый месяц, чтобы у вас двигался бизнес. 47 300. Вам нужен ассистент, конечно, вам нужны курсы, конечно, вам нужен разбор, да. Хорошо бы ходить к психологу, хорошо бы, но мы не ходим к психологу, мы не тратим 47 тысяч, у нас нет 47 тысяч. Правильно? Ну, правильно, потому что, ну, нет у нас 47 тысяч, нет таких деньжищ, мы не ходим к психологу, поэтому мы не консультируемся с юристами, мы не пишем тексты, мы ничего, блин, не делаем, что нет 47 тысяч. Вот, да, но я хочу вас обрадовать, потому что золотой леденец намного дешевле. Типа все такие, типа мы не знаем, да? Он стоит всего 4900 в месяц. Всего 4900 в месяц. Эту сумму вполне реально потянуть. Это та сумма, которую в целом женщина тратит на ногти и руки-ноги. Ну, примерно, если вы вообще туда ходите, да? Примерно это та сумма, которую спокойно можно потратить на развитие. Заниматься, смотреть уроки, заниматься с психологом, заниматься с юристом, заниматься с таргетологом, настраивать рекламу, писать тексты, публиковать в соцсетях, потому что это ты не просто потратил на ногти и пошел красивый, ну, хотя тоже хорошо, конечно же, да, это то, что тебе обратно еще придет, обратно, понятно, да, то есть это называется по-умному инвестиции, мне просто очень не нравится это слово, сколько вы хотите проинвестировать, чтобы в будущем ваш бизнес рос. Ну, по смыслу правильно, но звучит очень пафосно. Очень пафосно какой-то инвестировать сразу. Можно я потрачу? Можно. Какие гарантии, что все будет? Гарантии – это результаты наших учеников. В среднем, если вы делаете все задания, и вы задерживаетесь на 2-3 месяца условно, да, ваш результат будет x2. То есть, если вы вообще не зарабатывали, вы будете зарабатывать 20, 30 до 50 тысяч рублей. Если был вообще ноль, у вас нулевая группа, у вас ничего не происходит в соцсетях, у вас вообще ничего нет. Я не обещаю вам золотые горы, потому что работать надо будет вам. Это ваша работа в первую очередь. Все это огромная поддержка. Все это те знания, не знаю, то окружение, наверное, да, та среда, в которой есть смысл развиваться, в которой это все должно, ну, как бы улучшаться, и оно должно вас поддерживать на плаву в первую очередь. Хорошо, что я еще не упомянула? Конечно же, сейчас рисую вот это большое сердце такое. Видно сердечко? Сердечки – это мы с вами. Это те, кто входит в золотой леденец, потому что все-таки клуб – это не просто посидел, посмотрел такой, уроки полистал и пошел зарыдал в тишине в туалете там, или в ванной, где вы рыдаете. Вот, я маленькая в ванной запиралась, не знаю, взрослые люди, вы где переживаете свои там за бутылкой на кухне. Вот, да, сердечко – это мы с вами, это то, что бесценно, это то, что входит сюда, то, чем мы делимся, это наша любовь, наша забота, наш совет, это просто слово поддержки, которое каждому из вас нужно прямо сейчас. Ты справишься, у тебя точно получится, ты идешь правильным путем, просто иди, делай все то же самое, просто потерпи еще недельку-две, и будет результат, что у тебя будет точно, что там не только мой же результат в золотом леденце,
золотом леденце – это ваши результаты в первую очередь. Это результаты участников, которые делятся с вами честно, открыто и откровенно. Вот. Ну что, пошли узнаем 5 счастливчиков, которые у нас с вами победят. Да, ну остальные тоже я не хочу, чтобы вы считали, что вы проиграли. Нет, я хочу, чтобы вы считали, что да, у вас был шанс, можно было его выиграть. И сейчас у нас госпожа удача, госпожа удача. Ну, как сработает, так сработает, да. На всякий случай, я по остальным тоже сделаю рассылку, наверное, участникам. Что-нибудь придумаю вам такое замечательное, чтобы вам не было так грустно, и все равно вы захотели все равно в леденец. Все, я придумала. Сделаю рассылку, ждите завтра. Не сегодня, завтра сделаю. Итак, поворачиваемся. Итак, рассказываю, как делать конкурсы в ВК. Умеете конкурсы в ВК делать? Все такие, умеем. Итак, заходим на страничку, пишем конкурс в ВК. Конкурс в ВК. Переходим по первой ссылке, прямо сюда переходим. Херакс, перешли. У нас все открылось. Делаем ссылку на розыгрыш. Ищем наше сообщество. Долистываем, вот он был, 23 июля. Долистываем до поста с розыгрышем. Нажимаем на него, чтобы он вот так выпрыгнул. Видите, выпрыгнул. Вот. Копируем ссылку. И тут сейчас вы должны понять, что удобно вам я рассказываю. Понятно я вам рассказываю. Вот именно так я рассказываю на всех уроках. Я или телефоном компьютер снимаю, пальчиком прямо тыкаю, понятно? Или снимаю на Zoom. То есть то же самое, только вот тут окошечко такое еще, где я. А здесь тоже картинка показывается, медленно, понятно. Итак, у нас в условиях с вами, в условиях было, что нужно было сделать? Отметить того, кому бы вы пожелали, поставить лайк, сделать репост. Скажите мне, что сложнее? Наверное, репост самое сложное, да? Ну, вот такое прям, чтобы сложно было. Поэтому мы здесь выбираем, выбрать по репостам или по лайкам. Мы по репостам выбирать. Ну вот, ввести количество участников нам не надо. Количество победителей 5 штук у нас победителей с вами. 5 человек. Город нам все равно, у нас как бы онлайн все. Дальше, смотрите, какие здесь условия еще. Розыгрыш должен быть на первом месте. Есть у нас такое в правилах? Нет у нас такого в правилах. Значит, не пишем. На аватарке должен быть человек. Мне все равно, кто у вас на аватарке. Исключить конкурсные страницы. Можно исключить конкурсные страницы участников. Это там, где только репосты. Понятно, да, где нет своей информации вообще. И тестовый результат, если вы потренироваться хотите, например. Ну что, дорогие друзья, нажимаем слово «выбрать». Вот. Он нам пишет много текста. Бесплатно 3 дня он будет хранить наши результаты. Если мы хотим сохранить результат, то 50 рублей. Итак, нажимаем «хорошо». Нажимаем «хорошо». Ну что, затаили все внимание. Господи, что же делать-то? Почему он так долго ищет? Господи, ну не может быть. Он уже 3-4 победителей выбрал. Нет, нет. Ну что? Ура, дорогие друзья! Итак, Таня Кахановская, Алия Александрова, Татьяна Гаврилова, Алла Котова и Кристина Павлова. Поздравляю вас от всей души, дорогие мои. Я сейчас сделаю скриншот, выложу это себе на страницу. Вот, безумно рада вас поздравить. Вы получаете бесплатное участие в «Золотом леденце». Пожалуйста, напишите мне, я вам завтра напишу, сегодня уже не буду писать, я вам завтра напишу сама. Напишите мне, пожалуйста, мне нужна будет от вас электронная почта, телефон и ваш телеграм. Люблю, целую. С вами была Патракова Ольга. Всех остальных жду в «Золотом леденце». Помните, 47 900 есть не у всех. 47 300 есть не у всех. Это та сумма, которую надо тратить. А вот 4 900 вполне доступная цена, вполне доступная, ту, которую мы готовы с вами вложить в свои миллионы. Люблю всех, целую, безумно рада вас всех видеть. Жду в «Золотом леденце». Пока! И такой тут такой фейерверк. Такой, да? Все. Счастливо. Всем пока.